Всем привет! Сегодня я хочу сделать одно небольшое занятие медитации и поделиться со всеми, чтобы все тоже могли так у себя дома или где угодно делать. Вот. Для начала надо удобно устроиться, поставить приятную музыку и по мере возможности, хотя это не обязательно, но если можно, то лучше, чтобы была какая-то приятная, хорошая музыка. Вот. Начинается медитация с сильных дыхания. Надо наполнить свой организм кислородом, чтобы все наши клетки вибрировали в одно время, чтобы чувствовать себя хорошо физически, морально. Теперь надо освободиться от всех своих мыслей. И расслабить пульс, чувствовать, как кровь поглощает кислород, как кровь дает кислород всем нашим клеткам, избавиться от всех наших мыслей, чтобы голова не была забита, потому что когда у нас нет мыслей, то мы начинаем себя чувствовать хорошо, наш высший разум выходит, начинает очищать нашу голову, наше тело от всего ненужного. Вот, давайте побудем в этом состоянии какое-то время, чтобы наш высший разум, наш альфа-неврон смог выйти, смог активироваться и привести наше тело, наш мозг в порядок. Давайте же почувствуем эйфорию от того, что в нашей голове нет мыслей. Давайте почувствуем эйфорию от того, что наше тело работает правильно, от того, что альфа-неврон активировался. И мы чувствуем связь с космосом, связь с бесконечностью. Все наше тело, мы чувствуем, как мы одно целое со всей бесконечностью, мы чувствуем, как, что мы сделаны из бесконечности. Пребывайте в таком состоянии как можно чаще, в состоянии немышления, в состоянии пустоты, в состоянии эйфории, безмысленной эйфории. Просто чувствовать себя хорошо и не знать почему. Давайте же откроем глаза. Давайте просто порадуемся, улыбнемся, чувствуем себя хорошо. Абсолютное состояние нашего мозга, состояние высшего разума, которое приходит благодаря медитации. В этом состоянии мы можем все. В этом состоянии мы уже не хотим никому причинять вреда, а наоборот хотим, чтобы все вокруг нас тоже были счастливые, как и мы. Почаще пребывать в таком состоянии, почаще делать такие медитации, чтобы чувствовать хорошо и чтобы все вокруг нас чувствовали себя хорошо, чтобы вокруг нас был мир, любовь и счастье.